телемон. Короче, я сначала подошла, я прочитала в газетах, то есть там, блядь, макабра. Я говорю, это, говорит, видите, я это уже. Ну, сейчас смотрите, смотрите, говорю, ссылку нашу, которую я там сходящий случай одинаковый. Я начала смотреть, то есть в одной ВКонтакте, нет, ссылку я даже в отразили, комментарии, чатки я читала. Ну, когда, ну, сразу, ну. Я говорю, смотри, какой живой лёд. Аргентине. Первые сообщения о странных существах, вылезающих из-под земли и высасывающих кровь у домашних животных, появились в середине прошлого века. В Пуэрто-Рико, Доминикане, Аргентине, других странах Латинской Америки и даже в США стали находить следы так называемой чупакабры, что в переводе означает «козий вампир». Название соответствующее, ведь эти твари мясо не едят, зато высасывают у коров, коз, кроликов и птиц всю кровь. На теле мертвых домашних животных остаются аккуратные круглые ранки, будто от шприцев с длинными иглами. Двуногого существа высотой около метра, покрытого редкими светлыми волосами и с торчащими из боков шипами. Вопрос генетических опытов, которые проводят пришельцы, один из самых сложных. Согласно многим сообщениям... Мало кто знает, что таинственное существо-вампир замечено и в России. Оренбург, Новгород, Омск. Вот неполный список городов, вокруг которых творится что-то неладное. Башкирия, наши дни. Эта сельчанка утверждает, что чупакабра уже трижды нападала и обескровливала ее домашних животных. Уток, гусей, кроликов. Как-то захожу в сарай, вижу, кролики лежат мертвые. Шея открыта, мясо не тронуто. Я не поняла, что случилось. Начала думать, может, дикие собаки, куница или хорек. Однако ни хорек, ни лисица, ни другие лесные звери не смогли бы пролезть сквозь проволоку, ограждающую домашнюю живность от внешнего мира. Через несколько месяцев случай повторился. Любовь стала интересоваться в сети. Не сталкивался ли кто с подобным? Выяснилось, что в одной из деревень Оренбуржья периодически гибнут. В хозяйстве Любови Советовой продолжаются до сих пор. Мы с мужем стали отверстия искать в ограждениях. Они же должны были как-то пролезть. Все затянуто прочно, все двери закрыты. Потом следующее лето курицы умерли. Точно так же. Я начала следить, что же происходит. Обнаружила следы. Лапы непонятные. В ту ночь у нее убили 36 куриц. Целых 4 мешка проколотой птицы ей пришлось выбросить на помойку. Шло время. Что только Любовь не предпринимала. Даже собаку загнала в сарай, чтобы охраняла живность. Не помогло. История повторилась, а собака вырвалась наружу, спрятав... Еще на соседней улице тоже было. Вот это. Это уже у меня через улицу. Только по просьбе нашей съемочной группы Любовь решилась показать свой питомник. Говорит, что опасается одна выходить. Самая шокирующая гипотеза. Теперь это не только документальный цикл, который в личном варианте или в интернет-магазине «Лабиринт». Детей одних не оставляет, чтобы всегда были рядом под присмотр. Я очень сильно испугалась и стала по-другому относиться к ночи. Если выхожу в туалет... Появляется неожиданно. Значит, у них есть определенность, о которой почти ничего не известно. Однако и в других странах есть свои подземные тайны. Например, на территории Мексики есть загадочная пещера Сотано де лас Голандринос. Ее глубина более километра. Это настоящая бездна, стены которой гладкие и ровные. В ней обнаружена система комнат. Я тебя посажу вот здесь. Будешь так. Хорошо. Богатый?
что, как бы, я считаю, что это норма должна быть. Потому что, видишь, отношение к вот, вот, это, заседание в Курултае. Это очень важно. Ребята, это не важно. Это я говорю, ну, боюсь одна туда идти. Говорит, пришел, говорит, собаку с собой взять. Я говорю, где он на стенку, говорит, ссылку он-то тащила. Он говорит, и мясо, говорит, откармливала. Он говорит, ни в какую, говорит, отталкивалась. Не хотел, говорит, идти.